другим темам. Какие изменения происходят на рынке труда в Прикамье? Обсудим с экспертом на связи со студией сегодня руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна, вот какие тенденции сегодня можно в первый месяц весны увидеть на рынке труда в Прикамье и как они изменились? Ну, в первую очередь, это, конечно же, яркий тренд на рост спроса на персонал. Мы видим, что работодатели сегодня весьма активны, и количество вакансий растет. Это, конечно, позитивный тренд, который говорит о том, что, ну, как минимум, с работой у людей проблем быть не должно. Но есть обратная ситуация. К сожалению, активность соискателей не так высока, как хотелось бы компании. И сегодня мы видим, что на рынке труда сохраняется кадровый дефицит. В первую очередь он касается квалифицированных рабочих, производственников, медиков, но и с IT-специалистами все тоже не так просто. Анна, вот какое число соискателей? Количество соискателей варьируется, да, каждый месяц, каждый день даже оно немножечко может отличаться. В среднем по региону мы видим, что это несколько десятков тысяч человек. Опять же, в разной ситуации там может быть по-разному, но здесь важный очень момент даже не в том, каково количество соискателей, да, потому что нужно понимать, что не каждый из этих соискателей сегодня является, например, безработным или реально хочет поменять место работы. Сегодня очень много таких соискателей, которые, скажем, просто посматривают, а что вообще есть на рынке труда, нет ли какого-то предложения поинтереснее, чем моя текущая работа. Да, то есть это такие люди достаточно пассивные с точки зрения поиска работы. Они тоже могут, конечно, откликаться на вакансии, перейти в разряд активных, но тем не менее. Важный момент заключается в том, что на рынке труда есть большой перекос с точки зрения того, какие есть люди среди соискателей, какие профессии там представлены, и того, какие профессии нужны работодателям. Как я уже сказала, в первую очередь работодатели сегодня крайне заинтересованы в квалифицированных рабочих, в производственниках, в строителях, в медиках. Если мы посмотрим на соискателей, то это все-таки часто офисный персонал, белые воротнички, то есть как раз-таки тех самых квалифицированных рабочих и производственников, их на рынке труда очень немного. И Анна, а вот как меняется сегодня в Прикамье заработная плата? Есть какие-то показатели? Да, заработная плата растет, это, наверное, большой плюс, но растет она не так быстро, как в других регионах Поволжья, не так быстро, как у соседей. Так, например, если мы будем брать данные за январь этого года, в Пермском крае среднее предложение по зарплатам увеличилось примерно на 7 тысяч рублей, и сегодня оно составляет более 51 тысячи в месяц. Например, в соседней Башкирии среднее предложение за последний год выросло почти на 11 тысяч рублей и составляет уже 64 тысячи рублей. А вот весна – это вообще удачное время, чтобы сменить работу. Вы сказали, что сейчас очень много соискателей, которые просто вот подсматривают себе интересное предложение, чтобы сменить сферу деятельности, к примеру. Да, весна на самом деле очень хороший период для поиска новой работы. Почему? Потому что весной традиционно активность работодателей возрастает. В начале года после зимних новогодних праздников обычно активность работодателей такая средняя, у многих еще продолжаются отпуска, какие-то процессы бюджетирования. Затем к концу весны у нас начинается новый сезон отпусков, дачи, огороды. А вот этот промежуток, март-апрель, это как раз то время, когда компании максимально активны на рынке труда с точки зрения подбора персонала. Следующий высокий сезон будет уже в сентябре-октябре, хотя сейчас мы видим, что потребность в новых работниках настолько высока, что хорошие вакансии можно встретить фактически в любой месяц, в любое время года, но все равно весна остается таким наиболее удачным периодом. Анна, спасибо большое за вашу экспертную оценку. Я напомню, на связи со студией была руководитель пресс-службы HeadHunter Урала Анна Осипова. И мы обсуждали ситуацию на рынке труда в Прикамье. Анна, спасибо.